В настоящее время на территории области потоплено 757 домов. 3716 человек находятся в пунктах временного размещения. И еще 1798 у родственников. Отогнано в безопасные места более 7 тысяч голов скота. Только за истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 126 тысяч штук мешков и более 260 тысяч тонн инертных материалов. Откачано более 53 тысяч кубометров воды.